Вот сегодня я в метро, но достаточно неудачно я сняла. И что я взяла? В основном я поехала вот за бумагой для принтера, специально вот лазерного принтера мне нужно было. Заодно я купила вот кукурузу, горошек был по 6 лир, томатную пасту и вот купила два таких вот освежителя. Да, не так дорого, поэтому я и купила. Обязательно мне нужна была бумага для принта. Я взяла другую бумагу, и она только-то размазывает принт и только его пачкает. Ну, вот так. Ну, неудачно. Я сняла, я взяла телефон, и он как-то перевернул все видео и неудачно отснялся. Ну, не тот телефон я взяла. Ну, вот так. Ну, вот главное бумагу я взяла. Хорошая, да?